Hey, buddy! Спасибо за фоллоу. Welcome. Так, что тут? Проверяю эту штуку для ремонта брони, она сейчас в цене. Тут нету тоже ее. Я же спортсмен, все спортсмены знают. Великого Ронни Колмана, ебади, когда он ебашил в зале там. А в какой двери? В дальней? Не, на самом деле был один за решеткой, а второй в этой комнате. Поэтому я и не понял ни хрена. У него агрегат. Сюда отдал. А КСУ топовая, гля. Видите, дверь открыта эта. Вот тут тоже бегают. Алло! Он какой-то ужаленный бегает. Что, ебанулся, рейдер, стой! Он спустился ко мне. Я не могу спрыгнуть, у меня рейдер дальше стоит. У него скар. Он, кстати, бегает тяжело, как будто перегружен. Блять, сука, сидит пес. Прям в углу. Сейчас будем накидывать хаешку. Под него спускаться. Ну, сложно сыграть. Там справа штрих сидит близко. Прямо рейдер меня видит. Блять. Сейчас будет на меня пикать. Когда я буду движаться. Блять, что ж так сбриваю хуёво? Ну смотри, патроны хорошие. Бля, не попал. Ох ты, блять! Но патронов мало. Три рейдера мне не надо. Может, каешку отдать? Ой! Недобитыш остался. Уа! А это, кстати, скорее всего, дедвашные крысы вышли. Мне так кажется. Наоборот, у меня лицо улучшилось, на мой взгляд. Стало бы такое. Скулы более такое обтянутое стало. А это, как я и сказал, юмп. Все, заебца, погнали на выход. А, там чел на улице, я смотрел, там такой полупокер. Нет смысла его лутать. А, он дерьмо. Просто есть варианты лучше. Так, что там по навыкам? Штурмовые 23, значит, да? 24-й не скоро. Контроль 36-й. Знаете почему? Надо поменьше играть с пистолет-пулеметами. Я играю в этом патче много с пистолет-пулеметами. Ну типа там P90, MP7 часто использую. Вот, из-за этого у меня не качается навык штурмовой. То есть мне надо поменьше играть с P90. И с MP7, если я хочу прокачать в этом патче контроль отдачи фуловый и штурмовые винтовки хотя бы там 40-й левел сделать. Охренеть, 13-й левел у меня, не ебануться. С половиной.